Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся определять среднеарифметическое число. Итак, пускай задание будет первое. Дается два числа. 2 и 10. Надо найти среднеарифметическое этих чисел. Для того, чтобы найти среднеарифметическое, нужно сложить эти числа, то есть 2 прибавить 10, и поделить на количество чисел, то есть их у нас 2. Получаем 2 плюс 10 – 12, поделить на 2 – это будет 6. Далее возьмем пример посложнее. 0,1 – 0,2 и 0,3. Чисел у нас 3. Значит, среднее арифметическое это будет 0,1 плюс 0,2 плюс 0,3 и делим на количество цифр, чисел, извините, то есть 3. Получаем 0,1 плюс 0,2 – это 0,3. Прибавить 0,3 – это 0,6. И делим на 3. Далее мы выполняем действие деления. 0 на 3 не делится. Ставим 0. 6 на 3 будет 2. Значит, среднее арифметическое будет 0,2. Рассмотрим третий пример. Найдите среднее арифметическое чисел 84,32 и 84,44. И результат округлите до десятых. Итак, среднее арифметическое. Это 84,32 прибавить 84,44 и поделить на 2. Итак, для того, чтобы выполнить это действие, мы с вами в столбик складываем 84,32 и 84,44. Итак, 2 прибавить 4 – 6, 3 прибавить 4 – 7, 4 прибавить 4 – 8 и 8 прибавить 8 – 16. Запятая пишется под запятой. Итак, 168,76 мы делим на 2. Выполним деление в столбик. 168,76 делим в столбик на 2. Берем первые две цифры. 16 делится на 2. Будет 8. Отнимаем 16. Сносим 8. 8 делится на 2. Получаем 4. Отнимаем 8. Целая часть закончилась. Ставим запятую. Теперь сносим 7. 7 делится на 2. Это можно взять по 3. 3жды 2 будет 6. Отнимаем. От 7 отнять 6 – 1. И сносим 6. 16 делится на 2. Это 8. То есть отнимаем 16. Итого 0. Итак, мы с вами получили 84
целых 38 сотых. Но нам нужно еще округлить до десятых. Поэтому мы делаем еще одно действие. Если после округляемой суммы стоит число 5, 6, 7, 8, 9, то к предыдущей цифре прибавляется единица. То есть приближенно получаем 84,4. Спасибо за внимание.